Задумываться над тем, как твое слово отзовется, прежде чем его произнести. Об этом говорили североосетинские журналисты с руководителем отдела коммерческого образования и социальной сферы международного информагентства «Россия сегодня» Дмитрием Гужеля. Никакой банальности и прописных истин, только живая беседа. Главную цель, которую поставил перед собой специалист на этой встрече – объяснить акулам пера, как работать в информационном поле. Выбор темы объясняется тем, что работа информагентств набирает вес во всем мире. За сетевыми изданиями будущее, и журналистам важно подготовиться к этой работе. Дмитрий Гужеля отметил, что без понимания того, в каком мире ты живешь, невозможно написать хороший текст. Сегодняшний читатель не хочет тратить время на чтение статей в газетах. Он заинтересован в быстром получении короткой и четкой информации. В этом, по мнению ведущего специалиста, заключается основная функция информационных агентств. И если мысль попала в сердца и умы слушателей, можно считать, что встреча состоялась. Еще одним из важных факторов, который, мне кажется, мы сегодня говорили, это фактор, который заключается в том, что необходимо более качественно работать со своими партнерами или со своими заказчиками, потенциальными информационными спонсорами, которые выдают вам информацию. Необходимо тренировать их пресс-службы, необходимо подготавливать их специалистов и необходимо, собственно, с ними проводить серьезную методическую, методологическую работу по формированию заранее контентного плана. Thank you.